отступили. Так, за кем флаг? За кем флаг? Пока что не за кем. Бля! Ебись ты в рот через жопу! Так, там наших дохера. Ага, там целая танковая бригада вперед идет. Бля, Оствинг, я тебе сколько раз говорил, блядь! Едь вперед! Ты что сделал? Хуй пососал! От этого Оствинга все зависело. Ну вот теперь, блядь, на меня пехота, блядь, летит! Просто летит, нахуй! Целыми отрядами, блядь, этот Оствинг бы их покарал, как тварь! Но нет, блядь, я ему говорю, едь! Он говорит, хуй тебе! Вот, блядь, целая туча, блядь! Пидоров! Еще это говно куда-то укатывается. Еще какая-то тварь лагает. Еще и, блядь, у меня лагает. А у меня лагает, потому что, блядь, хуй знает что. То ли комп говно из-за этого интернет говно, то ли провайдер пидор. Хуй его поймет. И этот засранец еще с тыла подъезжает. Я даже не могу нормально приказать своему танку развернуть свое хлебало, чтобы он под первого выстрела не пососал. А, ну эта тварь, блядь, еще и ходячими роддомами пользуется. Конечно, блядь. Зачем играть по-нормальному, если можно, блядь, из грузовиков спавнить армии пехоты? У отряда остался один боец, давай целый отряд тебе из грузовика родим. Да. Да нахуй, давай еще какой-то пидор будет лагать, так что вся комната лагает. Действительно, нахуй. Это эффективно. Блять, пидор. Бля, сука. Ну вот там миллиард пехотинцев, блядь. Пидорюга конченый. О-о-о-о-о. И грузовички пошли. Стреляй, стреляй, стреляй! Убей грузовик ебланский. Блядь, только не говори, что ты догадался. Чё? Чё нахуй? Я тебе сколько раз говорил, стреляй по нему! Чё, это не мой стрим. Да, блядь, да, давай пополняй. Сука, ты конченая. Ты, блядь, уже настолько обожрался, то что тебе уже нужно пополнять свои грузовики. Потому что ты, блядь, настолько быстро его просрал. Все свои ресурсы, пополнять-то столько отрядов, да, это не в жопе ковыряться дилдаком. Блядь, а можно не лагать, а? Что это, смечная авиация противника? Кто вторым номером? Еще. А, бобры, бобры летят. Бобры? Че бобры-то? Это четырехмоторник. Нужно штурмовиков заказывать, хотя там тяжелая зенитка. Блять, хуй ты его оттуда выкуришь? Ты что, всю технику просрал? Ай, блять. Отлично катаю, просто богоподобно. Братан. Слушай, а ты сдохнуть не хочешь с такими, блядь, настройками? Потому что ты даже в Блицкриге не можешь поддерживать ровную игру. Ну да, мы все там пососали. Блин, чувак, как ты просрал столько юнитов? И чё ты туда и заходил? Ты его хотел окружить, что ли? Эй, да пошли он нахуй.